так как она еще длинная, мне нужно вписываться, скажем так, в ее пространство, да, знаете. И таким образом я вписываюсь. Я ее не тащу рукой, видите, а раз, пошел, и теперь вот отсюда, смотрите, от тела ее, и в нее вошел. Тогда, чем тяжелее, скажем так, будет предмет, тем больше вам придется включать тело. Особенно, если вы будете выполнять это упражнение 40 минут. Отпускаю. Ты сейчас пытаешься? Да, я сейчас не покажу. А можете показать? Что? Руки, они отпускают палку. Хочешь что-то удержать, отпусти. Если ты пытаешься задержать, не отпуская, то ты это потеряешь. Есть? Ну вот, ладно. Вот если, допустим, ты держишь, да? Я нет, я удивлен, ну, рычагом, да. Но если я вот, вот держу тебя, да, вот держу, угу. Да, и сейчас ты держишь, держи. Тобой рычаг. Да? Не рычаг, ты смотри, да? А теперь смотри, что я раз и отпускаю, то есть раз и отпускаю. У тебя рука при этом сама поднимается. Ну, чувствуешь? Да. Смотри. Ну, да, есть. Здесь то же самое. То есть я здесь вырываю. Так, раз, ты видишь, за ней продолжает сознание цепляться. Угу. Здесь я раз. То есть я захватил, отпустил. А если я захватил и тяну, видишь, у тебя сознание продолжает работать. То есть оно по-прежнему продолжает сопротивляться. А здесь раз, отпустил, пошла работа. Поэтому, чтобы что-то удержать или взять, нужно отдать или отпустить. Вот этот принцип, на котором, в принципе, кто-то пожертвовал. Теперь смотрите, наработали в эту сторону, да? Начинаете работать и в другую. Но сначала нужно работать обязательно вход через левый глаз. То есть вы должны раз в пространство войти. И вот это движение опять. Когда вы правильно выполняете палкой, да, вы входите и правильно в пространство. А, видите, левый глаз пошел, потом он, вот он левый глаз, потом смотрите, он что делает. Вот такое движение. Обратное движение, знаку вопроса. А правый прикрывать? Не обязательно. Ну просто у вас как бы автоматически, а можно так... Не обязательно. То есть там все, правый на самом деле не прикрывается. Видишь? То есть я начинаю видеть левым глазом, и правый начинает тоже смотреть туда. И таким образом идет как бы восприятие, да, двумя глазами. То есть когда мы просто так смотрим на человека, да, вот если вы левый глаз закроете, у вас фактически картинка не изменится. Ну да. А если вот так вот будете смотреть, да, и левый глаз закроете, у вас картинка сразу изменится. То есть вы вот так смотрите на него, теперь левый глаз закройте, и у вас картинка сдвинется. Понимаете? Поэтому вот именно вот такое зрение, оно позволяет получить действительную картинку. Две координаты, да? Как минимум. То есть левый глаз и правый глаз создают общую картину такую. Идет соединение левого полушария с правым. Если вот так вот смотрите, вы закрываете левый глаз, у вас просто работает одно левое полушарие. Правое в это время просто так это присутствует где-то, может быть, вообще считывает что-то непонятно что-то. Это. А если так вы смотрите, то у вас работает оба полушария на него. Чуть вот. Да. То есть поэтому говорят, косить ли лиловым взглядом. Да? Лиловым, левым глазом косить нужно. При этом, ну, когда вы нарабатываете, потом такое ощущение создается, да? То есть правый глаз начинает двигаться независимо от левого. Это не косоглазие, это как раз умение, скажем так, одним удерживать, вторым искать. И вот он, выдох. Да, видите, я левым глазом смотрю теперь. И вхожу. Вот тогда, когда я вхожу через левый глаз, создается объемная общая картина, которую я могу расширить. При стрельбе, при
метании ножей там и так далее, вы тоже должны через левый глаз и потом смотреть обоими глазами. Только тогда у вас мгновенно ваш компьютер определяет цели указания, там дистанцию и так далее и тому подобное. Если вы будете одним глазом, то вы будете теряться в цели указания, в дистанции и так далее. То есть в череп там привычный момент, вы уже отстреляли там и так далее, там одним глазом, может быть, даже и можно стрелять, да? А в реальной боевой ситуации стреляют всегда обоими глазами. Тогда правильные, скажем так, координаты выстраиваются, пространство иллюминеет и так далее. И вот эти вот упражнения, они к этому тоже подготавливаются.